Дмитрий Эллер. Сегодня 1 сентября 2020 года, и это аналитика валютного рынка для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем с пары фунт-доллар. Фунт-доллар сейчас находится на восходящем тренде, и цель, конечный результат этого движения на сегодняшний день — это уровень 1.34263. Уровень достаточно сильный, и у него фунт как минимум должен скорректироваться. Если все-таки уровень будет пробит, начнется новый цикл покупок, который можно будет уже проследить и отсчитать, но после того, как он начнется. Ну а пока ожидаю коррекцию от уровня 1.34263. Франк. В принципе, неплохое движение вниз. Потенциал продаж на сегодня — это уровень 0.89767. Можно подождать небольшой откат от этого движения, от уровня 0.90391. И здесь войти в продажи при наличии точки входа. Иена, примерно та же самая ситуация. Есть хорошее направленное движение вниз. На откате здесь можно заходить в сделку при наличии точки входа. Потенциал продаж по иене — это уровень 105.232. Канадский доллар. Та же ситуация. Пробит ключевой уровень 1.30250. Цель на сегодня, цель продаж — это уровень 1.29612. Можно подождать, возможно, еще будет откат к уровню 1.30250, и отсюда с точкой входа на продаже взять это все движение. Австралийский доллар достиг ключевого уровня 0.74. Но и потенциал максимальных покупок на сегодня по австралийцу — этот уровень 0.74684. То есть сейчас пока нет никаких намеков даже на коррекцию. Возможно, скорее всего, произойдет пробой этого уровня. И здесь после пробоя на откате можно будет посмотреть точку входа на покупки. Золото достигло ключевого уровня 1988.79. Возможно, сформирует небольшую коррекцию и дальше продолжит свое движение. Максимальный потенциал покупок, по крайней мере, на сегодня, на завтра — это уровень 2005.15. Возможно, волатильности может не хватить именно на сегодня до этого уровня. Поэтому, ну, возможно, завтра дойдет. Сегодня еще, может быть, на откат какое-то время понадобится. Нефть. Нефть находится сейчас в откате. Откат пока что ожидаю к уровню 46.15, и отсюда можно будет рассмотреть продажи по нефти от этого уровня при наличии, естественно, точки входа. Ну и на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, удачи в торговле.